Ремонт кипит и в здании Театрального института Саратовской консерватории. Здесь продолжаются восстановительные работы. Напомню, инициатива ремонта принадлежит нашему земляку Вячеславу Володину. Подробности в нашем следующем материале. Там идут работы наверху, уже меняем потолок, уже меняем полы. Это в здании. Влаги в здании. Ремонт в Театральном институте на особом контроле. С проверкой в здание прибыл депутат Госдумы Николай Панков. 80% фасада уже готово, работы активно ведут и внутри института. За 3 недели ремонта сделали большой шаг вперед. Театральный институт известен не только в нашей области, но и во всей России. И провести качественный ремонт на многие годы вперед. Строители попросили не торопиться. Говорят, здание старое, а потому важна каждая мелочь. Перекрытия пришли в полную негодность. Их нужно менять аккуратно и качественно. Чтобы они прослужили еще долгие годы, нужны месяцы работ. Их нужно делать более скрупулезно, более тщательно, чтобы оставить перекрытие на многие годы, чтобы не было вибраций, чтобы не было, потому что мы будем же делать отделку. Если будет вибрация, во-первых, неудобно будет студентам учиться, они же будут, у них танцы прыгают. И, во-вторых, будет в негодность приходить потолки ниже стоящего здания. Студенты и преподаватели готовы ждать, тем более, что ни одно занятие переносить не потребовалось. Работа в творческих мастерских кипит не хуже, чем у строителей. Говорят, этот ремонт стоит того, чтобы ждать. У нас огромный подъем студенты в предвкушении как бы красивого своего здания после ремонта. Они сейчас на большом подъеме работают. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.